Здравствуйте, в эфире информационная программа «Новости РФИАЦВНЕФ». В студии Мария Рунч. Сегодня в выпуске. В Российском федеральном ядерном центре отметили День работника атомной промышленности. О безопасности на предприятиях атомной отрасли в Доме ученых прошла отраслевая молодежная школа-семинар «Промышленная безопасность и экология». «Мирный атом» завершился турнир по баскетболу среди предприятий «Росатома». Забег атомных городов. Сотрудники ядерного центра присоединились ко всероссийской акции. 28 сентября 1942 года в Советском Союзе было издано распоряжение об организации работ по урану. Эта дата и считается днем зарождения в России атомной энергетики и профессиональным праздником тех, кто отважно трудится в этой отрасли. В Центре культуры и досуга ВНЕФ прошел торжественный вечер, посвященный Дню работника атомной промышленности. День работника атомной промышленности – главный профессиональный праздник для нашего города. Сегодня на градообразующем предприятии, входящем в структуру Росатома, работают более 20 тысяч человек. В современных условиях атомная отрасль имеет ключевое значение для социально-экономического развития страны. Росатом решает главную задачу – гарантирует развитие России как сильного и независимого государства. Работники Российского федерального ядерного центра ВНЕФ в полной мере разделяют ответственность за выполнение этой почетной и сложной миссии. Сегодня то внимание, которое уделяет руководство нашей страны, Владимир Владимирович Путин, председатель правительства, руководители министерств, ведомств, руководители государственной корпорации «Росатом», к работам Российского федерального ядерного центра очень значительно. Атомная отрасль является локомотивом промышленности России. Это почетно и сложно, и трудно. И сегодня мы говорим о том, что в рамках реализации национальных программ одной из главных задач является задача, связанная с обеспечением обороноспособности. Наряду с этими задачами идут задачи, связанные с реализацией важнейших технологий, атомных технологий, которые отличаются новизной, сложностью. И мы сегодня в преддверии этого праздника уверены в том, что сочетание широчайшей тематики, которая на сегодняшний день реализуется в Российском федеральном ядерном центре, даст нам возможность уверенного сегодняшнего и завтрашнего дня. Именно эта уверенность является залогом развития нашего коллектива. Уверенно смотреть в будущее позволяет славная история ядерного центра. 70 лет назад Россия обрела статус ядерной державы благодаря успешному испытанию первого отечественного ядерного заряда РДС-1. Создание испытаний РДС-1 на долгие годы обеспечило суверенитет государства, а обладание ядерным оружием до сих пор остается главным фактором влияния в мировой политике. За эти годы было видно, что можно достичь, когда есть сверхзадача, есть увлеченные и квалифицированные люди. И благодаря вашей работе, работе ваших предшественников, мы обеспечили надежную защиту как нашей страны, защиту суверенитета нашего государства. В этот вечер много теплых слов и поздравлений прозвучало в адрес ветеранов. Тех, кто не один десяток лет посвятил работе в атомной отрасли. Для каждого из них День работника атомной промышленности – это особенный праздник. День работника атомной промышленности – это действительно очень важный, значимый праздник. В этой отрасли работают тысячи людей на переднем крае науки, производства, технологий. Это действительно очень важный и очень ответственный такой праздник для страны, для нашей. С Днем работника атомной промышленности сотрудников Российского федерального ядерного центра поздравили первые лица страны, области, города. Особая ценность праздничного вечера в том, что ветераны ядерного центра смогли пообщаться с коллегами, с которыми провели бок о бок не один десяток лет, выполняя поставленные страной задачи. Я вспоминаю так, как я работал, это первое. А второе, гордость за тех людей, которые тогда проработали вместе со мной. Мне бы хотелось поздравить всех работников ядерного центра, а также всех его ветеранов вот с этим замечательным праздником. Хотелось пожелать им самого доброго здоровья, удачи, оптимизма. Также в этот вечер директор Российского федерального ядерного центра вручил знак отличия за вклад в развитие атомной отрасли первой степени Александру Петровичу Федотову, одному из последних непосредственных участников создания первого отечественного заряда РДС-1. Завершился праздник выступлением артистов из Москвы. С 1 по 3 октября в Доме ученых прошла 19-я сессия отраслевой молодежной школы-семинара «Промышленная безопасность и экология». Она проходит в ядерном центре ежегодно, начиная с 2001 года.
В этот раз участниками школы стали около 70 человек, представляющих РФЦФНЕФ и другие предприятия госкорпорации «Росатом». Главная тема обсуждений – контроль обеспечения безопасности на объектах ядерного оружейного комплекса. Предоставить молодежи возможность пообщаться и подискутировать с ведущими учеными и специалистами организации предприятий госкорпорации «Росатом». Мотивировать молодых сотрудников к повышению трудовой и творческой активности в выполнении научно-технических и производственных задач. С каждым годом перед школой семинары стоит все больше задач, но цель остается неизменной. Основной целью этой школы является популяризация среди молодых специалистов и ученых последних достижений науки и техники в обеспечении безопасности при использовании атомной энергии в вооруженных целях в области промышленной и экологической безопасности. Отраслевая школа-семинар «Промышленная безопасность и экология» впервые прошла в 2001 году по инициативе доктора технических наук профессора Академии РАЕН Станислава Александровича Новикова. С тех пор традиционно каждый год школа собирает не один десяток различных специалистов атомной отрасли в Российском федеральном ядерном центре в НЕФ. За эти годы в школе-семинаре приняли участие более 1000 специалистов 60 предприятий отрасли. То, что площадкой для проведения такой школы выбрана РФЦФНЕФ, связано с тем, что у нас накоплен достаточно большой опыт в области обеспечения безопасности. В этом году в школе-семинаре приняли участие более 70 специалистов 10 предприятий госкорпорации «Росатом». И для каждого из них вопросы производственного контроля и эффективности обеспечения безопасности имеют первостепенное значение. А значит, главная тема обсуждений – контроль обеспечения безопасности на объектах ядерного оружейного комплекса – не теряет своей актуальности. Мы используем школу-семинар для того, чтобы и еще раз обратить внимание руководителей всех подразделений на вопросы безопасности. Конечно же, безопасность является приоритетом и во мне, и в «Росатоме». Многие из собравшихся в зале уже не раз представляли здесь свои работы. Сотрудник ядерного центра Роман Яковенко принимал участие в школе-семинаре несколько лет назад. А вот научный руководитель Романа Александр Осипцов участвует в работе школы-семинара впервые. Он начальник научно-конструкторской группы. Свой доклад Александр посвятил принципам обеспечения безопасности высокоэнергетических систем при их проектировании. Но меня сподвиг мой молодой сотрудник. Новое поколение рвется вперед. Я решил не отставать. Я считаю, что те знания, которые накопил за время своей профессиональной деятельности, должен транслировать следующим поколениям. Также свои работы и идеи в области безопасности представили специалисты из Нижнего Новгорода, Снежинска, Озерска и других городов. Андрей Куликов приехал из Заречного. Его главная цель – получить новые знания. Такие конференции дают молодым сотрудникам, ну, в первую очередь, хорошие знания, хороший опыт. Если в дальнейшем в работе у молодых сотрудников возникли какие-то вопросы, сложности, то, возможно, можно обратиться к докладам каким-то, связаться с докладчиками, если завязать новые знакомства и решить данный вопрос. Для участия в школе Андрей вместе со своим научным руководителем Алисой Козловой подготовили доклад, касающийся производственного контроля ввода в эксплуатацию технологических трубопроводов газообразного и жидкого азота. Значит, здесь большой обмен опытом происходит между предприятиями. Очень много интересных докладов, из которых можно, ну, почерпать для себя какие-то и научные статьи, и технологические, и также статьи, связанные, ну, с просто производственным контролем, которым мы и занимаемся на предприятии. Работа отраслевой школы-семинара длилась 3 дня. За это время ее участники успели обменяться опытом, выбрать для себя наиболее интересные методы и подходы в сфере обеспечения безопасности, которые могли бы реализовать у себя на предприятиях. По итогам работы будет выпущен сборник материалов, которые вручат участникам следующей школы-семинара. В зале спорткомплекса «Юниор» прошел турнир по баскетболу «Мирный атом». По традиции его приурочили ко дню работника атомной промышленности. В соревнованиях приняли участие 4 любительские команды из городов присутствия госкорпорации – Заречного, Нижнего Новгорода, Озерска и, конечно, Сарова. О том, как прошли игры и кто стал победителем – наш следующий репортаж. 2 соревновательных дня, 4 команды, десятки заброшенных в кольцо мячей. И только один победитель. Турнир «Мирный атом» уже стал традиционным для нашего города. В этом году в нем приняли участие команды из 4 предприятий атомной отрасли. Соревнования прошли по системе плей-офф. 2 полуфинала, матч за 3-е место и финал. Нижний Новгород – это не АЭП, или сейчас, как они по-новому называются, АСЭ. Традиционно уже к нам приезжают. В общем, мы всегда рады их видеть. Ну и, конечно же, команда «Старт» с города Заречный. Тоже ребята к нам давно приезжают, мы дружим. А также спортсмены из Озерска и, конечно, Российского федерального ядерного центра. Именно с матча этих 2 команд и начался турнир. Спортсмены в НЕФ не оставили соперникам шанса и с легкостью заработали себе путевку в финал. Мы играем дома. Мы понимали, что придут люди. Мы не можем проиграть. В том году мы проиграли Заречному в финале в упорной борьбе.
Вот. И в этом году, конечно же, стояла задача все-таки победить. Но спортивная вендетта так и не состоялась. Противостояние с Заречным не произошло. Баскетболисты из старта упустили победу. И в финале команда в ней встретилась с нижегородцами. Мы, конечно, думали, что Заречный выиграет. Но ребята настроились с Нижнего Новгорода. И доказали, что они достойны соперники. И выиграли их. И то есть... И мы тоже так сегодня настраивались, чтобы показать, во-первых, свою лучшую игру и зрителям. Потому что это, можно сказать, первая игра, скажем так, в этом сезоне, да, и хотелось свои лучшие качества проявить. С первых минут матча команда хозяев взяла инициативу в свои руки. Уверенные передачи, грамотная игра в обороне и нападение. Все это привело к тому, что к середине матча сборная РФЦ «ВНЕФ» уже вела в счете 53-24. Из-за большого напряжения каждую минуту слышался свисток судьи и назначались штрафные броски. Сразу мы начали вот так, как нужно играть в финале, агрессивно. Очень жестко и строго в защите. Как итог, сотрудники ядерного центра без труда переиграли своих соперников. Финальный счет 105-57. Кубок остался в Сарове. Сразу после матча прошла торжественная церемония награждения и вручения индивидуальных призов. Сотрудник градообразующего предприятия Дмитрий Климов был признан лучшим игроком турнира. А еще один спортсмен команды ВНЕФ, Сергей Ишеев, удостоился звания «Самый ценный игрок». Одно из самых массовых спортивных мероприятий этого года. Забег атомных городов прошел в 20 городах присутствия госкорпорации «Росатом». Наш город не стал исключением. В празднике, приуроченном к году здоровья в «Росатоме», приняли участие более 2000 саровчан. Сотрудники ядерного центра вышли на старт, не побоявшись холода и дождя. Подробности далее. Движение – жизнь. С таким девизом сотрудники градообразующего предприятия пришли на забег атомных городов, которые в этом году объединили с традиционным днем бега «Кросс-нации». Праздник организовали на стадионе «Юниор». В нем по традиции приняли участие саровчане всех возрастов. Мы не могли, конечно же, отступить от традиций и проводим забег атомных городов. Забег проводится среди 20 атомных городов. Наш город не явился исключением. Сегодня присутствовали и детские сады Сарова, и младшие, и старшие школьники, студенты вузов, студенты политехникума, ну и, конечно же, работники ядерного центра. В этот раз, несмотря на холодную и дождливую погоду, на старт вышли более 2000 саровчан. Побороться за победу в забеге мог любой желающий. Женщины бежали 1000 метров. У мужчин более символичная дистанция – 2019 метров. Кто-то на забеге устанавливал личный рекорд, а кто-то отстаивал честь своего отделения. Но повод для гордости был у всех, кто преодолел себя и пришел в выходной день на пробежку. Это как раз и есть поддержание того здоровья, которое необходимо для того, чтобы эффективно работать у себя на производстве. Вот что самое главное. И поэтому это очень важно и приятно, вот, несмотря на такую погоду, дождливую, здесь собралось достаточно большое количество людей. И это радует, что все-таки наш город, наш ядерный центр – ну, я бы так сказал, впереди планеты всей. Евгений Интяпин работает на заводе «Авангард». В свободное время активно занимается спортом. За плечами у мужчины множество достижений в соревнованиях по легкой атлетике. Дистанцию забега Евгений преодолел быстрее всех. Хочется сказать, объявить благодарность организаторам за такое мероприятие. Во-первых, что сделали в центре города, что горожане видели это событие. То есть и подростки, и молодые люди тоже будут смотреть на нас и также привлекаться к спорту. Праздничное настроение создавали творческие коллективы города. Никто не ушел с пустыми руками. Всем участникам забега вручили банданы с символикой госкорпорации. Лучших бегунов наградили грамотами и медалями. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnef.ru и в эфире канала 16 каждый четверг в 19:45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. We'll be right back.